Телеканал КРТ представляє. Загалом в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. 97 пацієнтів одужали, 93 летальні. Отож, якщо можна, пане Олександре, на вашу думку, чому п'ятий тиждень в Україні зберігається унікальна тенденція, коли кількість виздоровівших і кількість померлих практично однаково, а в основному кількість померлих ще навіть перевищує кількість виздоровівших? І чому у нас співвідношення від протестованих до кількості хворих теж найвище в світі? Давайте по поводу больних і умерших. Болезнь сравнительно недавняя, період оздоровления 2 недели. Ну, соответственно, вот чуть дальше количество выздоровевших будет больше, больше и больше. Ну, все, я хочу зауважити, що в світі 1 до 4 співвідношення, а в Німеччині взагалі 1 до 10. Руслан, а в Білорусі ще вище, как бы, і лучше. Там нет никакого карантина, и дети ходят в школу и играют в футбольные матчи. Как, знаете, сейчас шутят, что белорусский футбол сейчас на особенном подъеме, к нему прикован интерес всего мира, потому что в футбол никто не играет, поэтому вынужден покупать права на трансляцию белорусского футбола. Еще раз повторю, дальше будет меняться соотношение, и количество выздоровевших будет больше. Но есть вот одно «но», которое вот связано со вторым вопросом, который вы задали, почему так велико соотношение между протестированными и заболевшими. Потому что в Германии, например, тоже. Какая политика? Повальное тестирование. То есть тестируем абсолютно всех. В Украине как, когда тестируют? Когда у тебя уже там выражены все вот признаки, что у тебя действительно... И то не факт. И то не факт, да, что у тебя этот коронавирус. И признаки когда выражаются? Когда человек уже заболел тяжело. Достаточно тяжело, чтобы у него проявились признаки. То есть по статистике. То, что как бы я изучал по этому вопросу, ну, знаете, всем интересно, и мне интересно, поизучал то, что касается коронавируса, вообще вирусных инфекций. Примерно в 60% случаев люди болеют вирусной инфекцией, даже этого не заметив, то бишь без симптома. Причем вот были проведены недавно совсем уже, связанные с коронавирусом, исследования, уникальные статистические исследования, связанные с круизным лайнером, помните, Diamond Princess? Да. Бриллиантовая принцесса. Замкнутое пространство, где, вероятно всего, переболели все люди. Ну, так само Теодор Рузвельт, авианосец. Да, можно я закончу? Давай, давай. Значит, провели исследование и выявили, в частности, что коронавирусом, да, вот антитела, получается, тест дает положительный результат абсолютно на всех людей. Но даже среди людей старше 80 лет, которые были на этой принцессе, 40, по-моему, 8%, боюсь ошибиться, но где-то в районе 50, чуть меньше 50% людей имеют позитив. То есть они переболели коронавирусом, но у них не проявилось даже симптом. Без симптома. Абсолютно не было симптома. Вообще, по вот этой вот же статистике, получается, люди, которые от 60 до 80, там у них 60% переболели без симптомов. То есть в среднем по вот этим вот вирусным инфекциям без симптомов болеют примерно 50%. Еще 40% болеют с легкими симптомами. И если бы их сюда включали в статистику, в украинскую статистику, вот первых, вторых, третьих, у нас бы совершенно были другие показатели. 10%, ну где-то 10-9% они болеют с тяжелыми симптомами. И один, ну может быть чуть больше процента, они умирают. В чем интересная особенность вот вируса как такового, в принципе? В том, что против него нет лекарства. Против вируса борется сам организм. Какой-то организм, ну это уже особенности человека, там его истории, просто организма. Какой-то организм очень быстро находит ключ к тому, как избавиться от этой инфекции. И поэтому люди болеют без симптомов. Где-то чуть позже, где-то чуть больше. Разумеется. Вот почему сейчас акцентируют на искусственной вентиляции легких, на этих аппаратах. Это возможность дать организму чуть больше времени для того, чтобы подобрать ключик. То есть это уже для тех, кто не смог подобрать ключ. Не на первом уровне, когда без симптомов, не на втором уровне с легкими симптомами, не на третьем уровне. Вот ему дают больше времени. Хотя, смотря когда ему начнут давать это время, когда начнут ему помогать, когда начнут стимулировать его иммунитет. И если в Украине людей. Ну, была же ситуация, когда, по-моему, Скороход, депутат от, бывшая депутат от «Слуги народа», сейчас просто депутат, пыталась пройти тест на коронавирус. Обошлось это 4100 гривен, и плюс она размахивала мандатом. Ну, при таких подходах, конечно, да. Вот сейчас слышал статистику, что в Украине планируют увеличить количество тестов до 2000, оказывается, тестов в день. Питание такое, действительно, если нет грошей...
то може не дочекатися до коронавірусу, а може від голоду померти. Ну, тут, знаєте, тут процитувати, наверное, слідує президента Трампа, который сказал, что от этого карантина, вероятнее всего, умрет больше людей, чем от непосредственно от коронавируса. Опять-таки можно привести цифру. Помните, у нас было 11 лет назад истерия с птичьим гриппом. Вот я поднял как бы новости, которые тогда публиковались, и тогда действительно был превышен эпидпорог, и количество заболевших, внимание, Руслан, было, исчислялось миллионами, было более 2,5 миллионов человек, которые были зафиксированы в Украине. Тогда вводились карантинные меры, но не такие, как сейчас. Тогда были госпитализированы около 150 тысяч человек, тогда еще медицину не успели разрушить, не успели провести эти порошенковские и супруновские реформы в медицине, и тогда 132 тысячи человек, вот, которые тогда, когда в новости зафиксированы, тогда система здравоохранения могла выдержать. И умерших тоже тогда было под 600 человек. Были умершие, но умирают люди от гриппа. В принципе, люди вообще, в принципе, умирают. Ну, не риски от гриппа, от ускладнений, якщо... Ну, да, тогда тоже же были вот эти вот легочные инфекции, тогда тоже были случаи... Не, ну, случаи, это, если вы говорите, грипп, то там... Птичий. Так вот, это еще 2009. Ага, 2009. Это еще 2009, когда, помните, карантины, которые вводила Тимошенко. Тимошенко, ну, вот карантины эти касались учебных заведений, то есть не закрывали общественный транспорт, не прекращали работу целых отраслей экономики. Тогда страна функционировала более-менее нормально. И цифры совершенно другие были. Вот мы сейчас говорим об эпидемии коронавируса в Украине. А на каком основании мы говорим? Но ведь в Минздраве есть документы, которые говорят, что эпидемия – это 518,62 случаев заболеваний на 100 тысяч населения. Ну, на секундочку, если эту цифру приложить к населению города Киева, то это более 15 тысяч случаев заболевания должно быть. У нас нет эпидемии. Нас тупо обманывают. Ну как, мы... Хотя, знаете, многие люди вот в это верят. И я у себя в социальных сетях шучу, говорю, а если вам вот Зеленский выйдет потом, сделает заявление, или Зеленский, или еще кто-то, и скажет, а для того, чтобы не заразиться коронавирусом, вам не маску надо носить, вам, извините, хер собачий на лбу нарисовать надо. Вы что, будете рисовать его у себя на лбу?